Мой день начинается медленно и уютно. Проснувшись, я медленно встаю с кровати, растягиваясь и наслаждаясь тишиной утра. Подхожу к кофеварке и готовлю себе ароматный кофе, чувствуя запах свежемолотой кофейной заварки. Пока кофе готовится, я открываю дверь духовки, откуда пахнет свежеиспеченной выпечкой, и выбираю что-то вкусное для завтрака. Садясь за стол, я наслаждаюсь первым глотком кофе и укутываюсь в покрывало, читая увлекательную книгу. Строки книги захватывают меня, уносят в другие миры и позволяют забыть обо всем на свете, кроме слов на странице. С каждой прочитанной страницы я чувствую, как внутри меня просыпается желание творить, стремиться к новым горизонтам и переменам. Под влиянием прочитанного я начинаю визуализировать свои цели и планы на день, готовясь к встрече с возможностями и вызовами, которые принесет новый день. Этот утренний ритуал наполняет меня энергией, вдохновением и уверенностью в собственных силах. Я готова встретить новый день с открытым сердцем и уверенностью в своем будущем, где меня ждут творческие достижения и кардинальные перемены в личной и финансовой жизни.